Красиво распаковать букет цветов и, главное, все это заснять – задача для мамы непростая. Для Юлии, пожалуй, одно из самых важных занятий. У девушки есть небольшой бизнес. Выйти на работу нет возможности, нахожусь дома, и удаленная работа – это самое то. Помимо того, я еще занимаюсь мыловарением, и хочется продвигать свою страницу на интернет-просторах, продавать свои изделия. Здесь сначала у нас занятия были общие, нам рассказывали вообще, что это за профессия, как это работает, обучали, как писать тексты к копирайтингу. И сейчас мы изучаем азы там видео, фотосъемки. Для меня это очень актуально. Фонд «Байтерек» около 5 лет помогает нуждающимся многодетным семьям и родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Недавно фонд создал специальный проект «Мама-профи». Это бесплатный курс по SMM-маркетингу и копирайтингу. У нас в команде 4 специалиста. Это SMM-специалист, я руководитель проекта, есть копирайтер и педагог по работе с детьми. Потому что мамам, пока они, собственно, на своих занятиях, нужно оставлять с кем-то еще детей. И в течение проекта у него параллельно с нами проходят занятия с детьми, и мамы получают свое благо, и дети при этом заняты, не брошены на произвол, и есть возможность у мам приходить на занятия и не думать о том, с кем останется их ребенок. На занятия мамы могут прийти с детьми. Пока они изучают работу соцсетей, дети работают с педагогом. Лепят, рисуют, играют на шумовых инструментах, поют. Каждый нуждающийся в помощи занят своим делом. Проект «Мам-профи» – это проект, который родился, по сути, из личной истории, из моей в том числе. То есть, являясь мамой особенного ребенка, я нашла для себя возможность работать удаленно, из дома, так как по образованию я журналист. То есть, начала писать тексты, заниматься написанием социальных проектов. Собственно говоря, так из этой истории родился проект, уже второй поток мам, которые, в принципе, могут прям выйти отсюда, начать работать. Работать и зарабатывать какие-то деньги, для своей семьи, для своих детей. Проект «Мама-профи» поддержал фонд президентских грантов. Обучение бесплатное и длится 5 месяцев. В мае стартовал второй поток. Присоединиться к проекту может каждая мама, которая нуждается в помощи. Вся информация есть в группе ВКонтакте. Проект благотворительного фонда «Байтерек. Мама-профи». Елена Кудаева, Дарья Шишак, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.